Неподалеку от Вологды есть колхоз «Родина». Если вам понадобится заехать туда, не спрашивайте дорогу, а скажите просто к Лобытову. Потому что героя социалистического труда Николая Григорьевича Лобытова в области знают все. Он здесь председателем уже 20 лет. Биография несложная. Председателем колхоза я стал после работы председателя райисполкома. Сентябрьский пленум 1953 года, когда проходил, там был призыв партийному активу пойти на работу в сельское хозяйство. Было написано заявление и мое, и меня направили в этот колхоз, самый такой отстающий. Вот. 30 с лишним центнеров зерновых с гектара. 4000 килограммов молока от коровы в год. Показатели для нечерноземья весьма значительные. Но главное даже не в том. Главное, что таких урожаев и надоев здесь добиваются систематически, из года в год. Конечно, земля является у нас богатством. И поэтому за землю вот прежде всего и нужно, собственно, и браться. И когда получаем хороший урожай, тогда все имеется. И хороший надой, производство мяса хорошо идет. А отсюда и денежные доходы очень высокие. Вот мы сейчас имеем на счетах колхозов, не идем в банк просить, чтобы там нам дали деньжонок на зарплату или еще куда-то. У нас свои деньги всегда, 1400-500 лежит на счетах денег. И всегда можем, как раз, свободно распоряжаться этими средствами. Никакой нервозности нет в руководстве этим хозяйством.